Вы знаете, как у меня бабушка, дедушка воевали, дедушка вообще погиб на фронте. И как-то так получилось, что, наверное, День Победы — это праздник для меня, наверное, даже больше, чем Новый год, потому что это всегда Красная площадь, это детство, это мои самые прекрасные впечатления и воспоминания из детства. Я очень сочувствую тем людям, которым не удалось испытать этого счастья, вот этого единства стариков и детей, богатых и бедных, влиятельных и не очень, дураков и умных, понимаете? Это тот праздник, который объединил всех, всех. И говорить про то, что там кто-то этот день отменяет, ну, наверное, эти люди ущемляют себя в самом прекрасном, что может быть в празднике. 70 лет Победы, представьте, 70 лет. Это уникально. Это такое событие грандиозное, просто, мне кажется, мирового масштаба. А там историю переписать, но это не первый раз уже мы с этим сталкиваемся. Очень многие пытаются и пытались это сделать. Я не даю оценки, я просто всегда искренне жду этот праздник, всегда накуплю гвоздик и с огромным удовольствием там на Поклонной горе и на Красной площади поздравляю наших величайших ветеранов, которых осталось по пальцам одной руки уже буквально.